Московский фестиваль. Московский фестиваль. Да, Московский фестиваль. Что это такое, я не знаю. Московский фестиваль, мы здесь устраиваем. Я даже не, эти слова не выговариваю, да. Хоть и у меня все отлично со скороговорками. Теперь я здесь порку тебе буду устраивать прямо словами. Мы были с тобой, как будто на татами. Но мы не шумаисты и даже не карате. Может, покажу тебе я фуэте, хотя не балерина. Может, не об этом. Сегодня я поделюсь с тобой своим куплетом. Что ты можешь мне сказать про фестиваль? Может быть, когда был февраль, туда гонял. Но я сюда не сам приехал, потому что меня здесь ждет успех. Да, а что ты здесь забыл, что ты делал? Может, у тебя очки, ты под психоделом? Да, я тебе сегодня расскажу то, что с тобой я всегда не дружу. Пока мы здесь стоим, в этом круге черном. Я то, что ты делаешь, не настолько порно. Я в бамбухе не снимаюсь, у меня совсем другие фестивали, йоу. Я люблю фестиваль старых моторов. Я люблю фестивали, где есть красные приоры. Я люблю фестивали, где много приколов. Я люблю фестиваль Coca-Cola, когда в России его больше не проводят. И я тут с вами на фестивале по ходу, йоу. Кстати, очень классный фестиваль. Я пришел сюда через далекой дали. Я не знаю, как сюда шел, как вообще нашел. Было слышно, банкира было мне хорошо. И я пришел сюда на этот фестиваль. Я сижу и думаю, вот так надо мне выступать со своим друганом. И поэтому на фестивале мы здесь давно. Этот фестиваль по мне. Сегодня ты окажешься прям на дне. Его бахма, а также я буду тут на вершине разносить тебя. Уличная культура, прокуратура. За тобой уже приехала в натуре. Да, фестивали такие были. Уличные культуры, и мы там сочетали. Может быть, это наши скиллы. Мы там представляли своих фестивалов. Да, было еще пространство танца. Вместе с Рыбаком мы там засранцы. Как ты, я где-то туда и просто раздавали. Где-то на дороге мы просто удивляли всех этих там людей, которые мимо проходили там, и это неповторимо. Мы там работали своими словами. Кто-нибудь увидит, позовите маму. Короче, про эти фестивали. Я знаю, мне, наверное, сегодня дали что-нибудь интересное, прямо овации. На фестивалях не могу ничего разобраться, йо. Там охранники стоят, пускают кого хочешь. Это фейс-контроль, они работают тут от ночи. Ночью тут нормально были фестивали. Мы на них, к сожалению, не бывали. А этот чел знает, как поступать надо. Я знаю, да, многие будут рады попасть на фестиваль куда-нибудь на юге, а не на севере. На фестивале в юге нафиг надо. Вот такие места. Поэтому, знаете, и бы я сказал, но виток скоро подходит к концу, и я становлюсь коллегу лицом к лицу. Играет следующий.